я тоже на ней гуляла, но это просто, конечно, феерия. Она была перекрыта от Пушкинской до Манежной площади, и там развлечения и отдых мог найти себе каждый на любой вкус и возраст. Вообще, от количества инсталляций буквально, ну, рябило в глазах. Я слышу залпы. Давайте посмотрим. Да, начался фейерверк. Посмотрите, это и хризантемы, и пионы. Обещают даже, что салют будет вот такими вот пальмами. Но традиционно поначалу не очень. Предлагаю всем насладиться кульминацией праздника. Давайте посмотрим вместе несколько секунд, как же завершается день рождения Москвы.
она, грандиозная, фееричная кульминация.